Самое дальнее путешествие? Самое дальнее путешествие? Работал во Франции в командировке. Во Вьетнам. Как бы на море очень часто ездим. В Анапе были, в Сочи, в Адлере. Самое дальнее? Гора Воркуту пока. Вьетнам. А какие впечатления у вас остались после путешествия? Самые благоприятные, то бишь море, это незабываемо. Самое благоприятное. Хотелось бы повторить еще. Ну, перелет только долгий. Вьетнам вообще нам понравился. Мы уже несколько лет подряд летим туда. Во-первых, там очень хорошие люди, доброжелательные. Очень понравилось. Попал в страну социализма. Планируете еще куда-нибудь съездить? Да, планирую. А куда, если не секрет? Ну, можно еще раз во Францию, в Англию, в США и дальше. Ну, мы в основном в Таиланд ездим. Болгария, ну, это так. Рига очень нравится. В Испанию. А чем она вот вас привлекает? Почему вы туда именно хотели? Ну, во-первых, там море. Во-вторых, архитектура, разные парки. Барселона тоже очень красивый город. Нет, если честно, у нас страна очень замечательная. Наша страна, девочки. Не надо никуда-то там летать. Турция там вообще или там... Ну, кому как нравится, в принципе. А самое главное, что у нас в нашей стране, Российской Федерации и бывшего СССР, очень много замечательных мест. Я сегодня утром прилетел с Казахстана.